Геноцид в Ходжала – одна из самых кровавых страниц позорной летописи преступления армян в отношении азербайджанского народа. Это чудовищное злодеяние наглядно показало, как далеко может зайти слепое исследование идеологии ненависти. Ненависти, не знающие пощады ни к женщинам, ни к старикам, ни к детям. Ненависти, не признающие ни границ, ни истории, ни объективной реальности. Террор представляет угрозу не только для региона, где отдельно взятые общности исповедуют эту ущербную идеологию, это колоссальная опасность для всего человечества. И эта опасность увеличивается многократно, когда преступники остаются безнаказанными. Безнаказанность порождает в них уверенность в собственной исключительности, порождает убежденность в приемлемости методов, которыми они пытаются эту исключительность доказать окружающим. Таким образом, бездействие по отношению к преступникам само по себе не что иное, как преступление. Нагорно-Карабахский конфликт по сути своей представляет борьбу Азербайджана с терроризмом с тем самым терроризмом объявив войну, которому международное сообщество, казалось бы, должно проявлять последовательность. Вместо этого мы видим парадоксальную избирательность. И множество вопросов по этому поводу, несомненно, следует отрисовать Западу, называющему себя флагманом борьбы с терроризмом. Примечательно, Запад упорно ограничивает географию террористических угроз Афганистаном, Пакистаном, Ближним Востоком и Северной Африкой. Между тем, на самой границе Восточной Европы, в регионе Южного Кавказа царит произвол. Здесь долгие годы упиваются своей безнаказанностью армянские террористы. Они ощущают себя настолько вольготно, что террористам из указанных ранее регионов мира и не снилось. Видимо, стереотип географии террористических угроз настолько устоялся, что из ракурса Запада выпало целое скопище террористов. И это огромный стратегический просчет. В современном мире грани между региональной и глобальной безопасностью размыты. Казалось бы, и в США, и в Европе уже давно должны были осознать, что географическая удаленность от очагов экстремизма не гарантирует им безопасность. Теракты 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, серия атак в Европе – это уроки, которые Запад просто обязан был усвоить. Усвоить и принять неотложные решительные меры. Увы, реалии говорят об обратном. Десятки лет продолжается армяно-азербайджанский конфликт, создающий колоссальную напряженность на Южном Кавказе. Однако международное сообщество до сих пор отказывается рассматривать пути решения этой проблемы в контексте борьбы с терроризмом. В то время как вопрос лежит именно в этой плоскости. Неужто все попадаются на неприхотливую армянскую удочку о праве на самоопределение? А ведь террористы, орудующие на том же Ближнем Востоке, по сути, тоже претендуют на самоопределение в конкретных географических границах. Однако они сталкиваются с мощным международным отпором. Почему же международное сообщество не спешит помочь Азербайджану, стремящемуся очистить свои земли от террористов? Ведь, насколько известно, армянских террористов тоже никто не наделял правом на самоопределение. Международное сообщество должно, наконец, отбросить в сторону двойные стандарты. Необходимо рассматривать пути решения Нагорно-Карабахского конфликта именно в контексте борьбы с терроризмом. Ведь никто иной, как террористы, контролирует оккупированные азербайджанские территории. Никто иной, как террористы, забрасывали прифронтовое мирное население боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Именно террористы наладили на захваченных землях наркотрафик и торговлю ядерными материалами. Попытки армян переписать историю на свой лад в контексте территориальных претензий привели к крайне тяжелым последствиям. Жертвами армянской военной агрессии и политики этнической чистки стали не только ни в чем не повинные люди, но и памятники азербайджанской культуры и истории на оккупированных территориях. А ведь это насилие над культурным и историческим наследием не только Азербайджана, но и всего мира. Оно стоит в одном ряду с чудовищным вандализмом террористов в Сирии, Ираке и Афганистане. Что это как не терроризм в чистом виде? После событий весны минувшего года Армения декларирует переход страны на новые рельсы. Приоритетной целью объявлено избавление от тлетворного наследия кровавых режимов Карабахского клана. Сегодня военный преступник Роберт Катерян находится в тюрьме. Правда, не за те преступления, что он совершил против азербайджанцев в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. Экс-президент Армении обвиняется в зверском подавлении протестов в Ереване в марте 2008 года. Его цинизм настолько безграничен, что он был готов, не раздумывая, потопить в крови и собственный народ. Будем считать нынешнее положение Качаряна некой репетицией. Качаряну давно уже пора привыкать к тюремной камере. Равно как и его подельникам Сержу Сарксяну, Сейрану, Аганяну и Иже с ними. Рано или поздно им непременно придется ответить перед специальным трибуналом за свои преступления, в том числе и за кровавую бойню в ход жалы. Что касается нынешних властей Армении, то они совершают большую ошибку, тратя время впустую. Пытаться навязать Азербайджану карабахских террористов в качестве собеседников бессмысленное занятие. Нам не о чем говорить с террористами. На этом точка.